Первую высадку семян в тепличном лесопитомнике доверили юным лесничим Приморья. Дети проявили большой интерес к процессу выращивания лесных культур и захотели снова приехать в лесопитомник через некоторое время, чтобы принять участие в уходе за будущими сеянцами. Идея именно в школьных лесничествах заключается в следующем. То есть, как минимум, популяризация отрасли. Во-вторых, задача привлечь детей для нашей работы, потому что на сегодняшний день присутствует голод кадровый в отрасли, и мы хотим, чтобы дети уже на старте понимали, важность этой задачи и необходимость. Отметим, система школьных лесничеств развивается в Приморье по поручению главы региона Олега Кожемяка для начальной профориентации школьников и экологического образования. К настоящему времени в регионе действуют 33 школьных лесничества, их количество постоянно увеличивается. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.